Я предлагаю друзья, с вами снова Дилон, Жанна Ратьва Андерсон, Глаз Кен. Можешь рассказать пока свою теорию по поводу наших байголовок? Всем привет. Конечно. Короче, пули, которые с красным взрывом обозначили функцию брони, они, короче, больше мощности, ну, то есть взрыва, то есть больше урона как бы наносят. Вообще по танку, а пули со средним, получается, с толстой броней из серии, которые там взрыв происходит, это получается пули, которые просто пробивают броню танка и наносят, ну, не прям такой сильный урон экипажу получается. Наша задача — это уничтожить экипаж танка. Если мы уничтожим экипаж танка, все, танк уничтожает полностью, я это помню. Наконец-то. Всего лишь поиграть в каких-то там жарких многочисленных боев, чтобы понять это. Нормально. Я тебе думал, где же КП танков. Думал, что всего лишь надо стрелять. Куда попало, а нет. Не, надо экипаж убивать, это да. А еще я понял, что стал у шведов это такая неплохая техника, так что... Ну, по сравнению с китайцами, вообще отличная, я бы сказал. Но все равно фигня. Это... Ну да. Ты что-то наглый. Я, кстати, критерию передал. Ля, это что за чат из этой фигня? Ей. Я наглый. Ой-ой, сюда арта бьет. Нафиг я поехал. Там Т-50. Ой, все, качай. Можно? Help me, help me, help me. Я с немца перестреливаюсь, блин. Уже с русичем, с русичем. Русича уничтожили, хорошо. Знаете, попадание, зараза. Ого, тут СУ-122, офигеть. И я вот на этом вот, блин. Ай, крыса сзади. А, ты смотришь, чем я тут достойно? А, тут прям бомбежку помню. Кайфы, кайфы, я в бомбежке стою. Меня крыса добила. Кстати, нормально. Забыл еще сказать. Помнишь, получается, мы получили в последнем видео жетончик, который мы не поняли, что он дает. Нет. Такой желтенький, с 1 по 8 левел. Ну, дубликат. Дубликат. Ну, вот что там непонятно. Ну, конечно, понял. Окей, дубликат, хорошо. Все ж понятно, чем проблема. Я не сразу понял, я думаю, это что, возможно, случить там? Че? Я еще раз могу на сушки пойти, что за прикол? Это как раз и есть твой дубликат. А я бы. Это фигня, я думал, его можно купить типа вторым танком. И что, ради этого его использовать в одном бою? Вы что, шутите? Я думал, ты имба вещь какая-то, а это... Я тоже думал, но... Я огорчен. Его так ненароком используешь, и все. Опа, это кто там на сушке едет? Я. На фарму без меня. У меня скоро второго... А, нет, у тебя она была же. У меня скоро второго лосушка будет. Разве что. Чё, где здесь все? Никого нет, ни наших, ни их. Ну, одного танка мы уничтожили совсем. Точнее, игра. Я пошел их пушить еще. От помощи не откажусь, меня уже расстреливают, зараза. Нет, выжить. Мехвода, зараза. Гусеница. Я вот что, неудачно залетел. Блин, я бы помог, но не успел. Я пытался цешку у них отжать. Просто в ногу.
Да, вот это вот лучше не стоит. Теперь танки типа не уничтожены, но по факту они уничтожены, потому что использовать карточку что-то не хочется. Наверное, надо использовать, чтобы она просто не мешалась. Либо оставить на лучшие времена, я не знаю. Честно говоря, не понимаю, чем она нужна. Бесполезная фигня. Мне кажется, она очень, типа, дорого стоит, ну, в плане. Очень долго ждать, чтобы она выпала, типа, она очень редкая вся фигня, но, как по мне, лучше опыт, чем ее. Там сушка у них сверху очень стоит, вообще трындец. Вот она, я вот наглая, она оттуда попадает просто. И убивает, да? Она просто с горы стоит, с усов, ну, по-моему, ну, не гора, а холм получается. И убивает всех. Вот именно. А я не знаю, куда ты. Я вот опять на цешку поехал. Ничему жизнь не учит. Кого? Меня кого? Еду опять на цешку, что ли. Где ты стоишь, паразит? Почему я тебя вижу? Два часа! Близко! Я немного отъеду. Справа! Ой-ой-ой! Так, оп, просвет сушки. У наших слабых, она по мне стреляет. Такая слабая броня, картонная, я бы сказал. У кого? Наша? У нас, да. Шведов. Ой, блин, как бы не получить. Ты еще фиг подъедешь, ее все кроют, зараза. Ой. О, зелененько вил попадание. Проблема в том, что сушка, она если попадет, это может быть очень грустно. Зараза попала. Вот. Как бы ты с легкостью. О, миссия. 1000 очков. Нормально, пойдем. Ой. А что, все? Да. Ты опять где-то снизу. Я, кстати, все сделал, все исследовал. О, да. А теперь я надеюсь, можно ехать побеждать. Так, да, этой надо еще две модели первого ранга. Ну, значит, ЗСУ уберем. Логично, логично. Да, вот этот будет бронебойный подкалиберный. Что у него куча брони, все дела. Я, кстати, сушку очень сильно прокачал. Движок, трансмиссия, фильтры, вот это. Завершить. Че, у него автоматически все купилось или что? Модификация. Да, у нее все купилось. Все прекрасно. Че, ты готов ехать? Я не понимаю. Сейчас. А это у меня уже в камуфляже в каком-то. Фига. Ну, я почти исследовал другую САУ. Офигеть, ты что-то там без меня неплохо так наиграл. Я только ее исследовал. Че, готов? Поехали? Окей, я тебе покажу еще один танк, короче. Хочешь танк с очень большой отдачей? Это легкий ВТ-42. Да. Он прям так уверенно стреляет и некоторых уничтожает, но есть один маленький нюанс. У него пока только одни патроны против легких. Ну что, продолжим? Еще один? Полетели. Я тебя ждал. Так, еще бонусики активируем. Последние, крайние. Ну, у меня еще не последние. Они мне еще пригодятся. Да, я попробую. Да, попробую мою сушку, так уж и быть, ладно. Можешь не уговаривать. Мне, кстати, нравится эта карта, она очень веселая, очень классная, тут прям
месиво. На сушке это самое то. Что-то мало кто, кстати, катался вот именно слева. Знаешь, в чем фишка? У нас получается левел этой сушки и прошлый этот рейтинг, типа, понял, 1.7 у нее одинаковый. Ну, я знаю. Это печально. Да, ну не знаю. Ну, типа, по идее они одинаковые, но мне кажется, что это куда сильнее. Гаубица у нее такая более серьезная, как будто бы. Ну, вот я тоже более серьезный. Ну, у тебя там вообще легкий танк с гаубицей, это что-то, что-то с чем-то. Я в офиге. Да, такая большая голова, я бы никогда этого не видел. Легкий танк с большой головой, слушай. Так, я что-то плохое место выбрал, меня уже тут все обстреливают. Очень плохое. О, попадание дал. Задом она, кстати, вообще почти не едет. Чисто передом. А, понял, красный просто. Противник красный, я понял вас. О, я говорю. Там какая-то крыша начала входить, короче. Раз. Кстати, у меня стреляют, нас стреляют, а до сих пор ничего не сделать не могут. Мне кажется, я сейчас на карку дусь что-нибудь. Ты где там находишься, зараза? Как я чувствую, я передумал туда кататься. СТРВ, зараза такая. Вообще его не вижу. О, попадание выдал. Да ну не, бессмысленно, прицел вообще не вносит нифига. Блин, вот. Я их чисто отвлекаю. Сказал. Не более. Во! Видишь, я встал уничтожить от одного выстрела. Фу! Минус одна головная боль. И 380 очков. Сюда! О, помощь уничтожения. БТ-7, как дела? О, минус один. БТ-7 был уничтожен, прекрасно. Так, Т-80, привет, как дела? Попадание. Я вижу зеленые точки на Т-80. Мне это нравится. Вот сюда вот. Огонь, попадание. Угу. Там чуть-чуть осталось. Блин, зараза, помощь. Еще БТ-7, только теперь уже М. М хочет получить. Очень больно, я понял. ПЗ-3. Как я его должен видеть, мне интересно. Почему он ярко горит? Мы, кстати, сливаемся. Вы хоть Бэшку, что ли, заберите? Слабаки. Не-не-не, там уже стоят хорошие позиции. У них? Хорошая позиция, я даже не буду пробовать. Мне очень хочется на этом танке сливаться. Перетуля. У меня просто они белые все, что такое. У меня даже не меняется прицел. Так, ПЗшка, ты там по мне настреливал, да, зараза? Опа. Привет, СТРВ. Критуля на СТРВ. Опа, мне мехводы первые контузили. Сразу. О, сейчас будем выносить. Да, сейчас офигенно так-то. Она живет, я хочу сказать тебе. Ремонта, жаль, нет у меня. О, зеленый на ПЗ-3. Сразу. Как тут этот... секунду микрометр выловить.
вполне нас стреляют, зараза. А, ПЗ-3 у меня все-таки боеприпасы. 1200 очков обалдеть, стоял, просто нас стрелял, никого даже почти не бил, одного убил. Прикольно, прикольно. Так, я понял, надо НКВ брать и ехать в центр. Чтобы даже бэшку захватить не могут слабаки без меня. Ну или сразу на цешку наглеть. Ладно, наглеть на цешку мне уже нравится. Ого, тут самолет прям надо мной прилетел. В метре. В 10. Зараза, бета-7, а? Быстрый, шустрый, маневренный. Паразит. И даже не столько опаснее. Хорошо, поехали на С. Слишком мужичков у них много. У нас двух нет уже, у них трех. То есть мы должны их это давить. Одного танка уже нет. Все. Бля, 60 километров уже еду. А на тренировке какая быстрая с движком. У нее разгон бешеный. У нее 62 максималка, я так понимаю. Но едет она просто... триллиард как быстро. Она вон просто заносится, чтобы ты понял. Я заношусь на танке, на САУ. Опять немец этот, опять этот немец. Пошел вон немец. Ай, лиса, ничего не вижу. Зараза. Есть дымовой снаряд, оказывается. Мне нужна помощь. Я сейчас умру. Я умру. Блин, зараза. Этакие немцы. Все время мешаются. Так, поехали. Ну, зато мы сейчас их начинаем давить нормально. Конечно, я там на САУ проехал. Вот 60 км в час. Там реально просто меня заносило. Жесть. Или нет. У нас там уже будет покуда отдачи такими темпами. Ну это вы слабые счеты. Ну для последней танки, так понимаю. Так. У меня да, и... все верно. У тебя еще не последний? Нет, по второй уже. Но я сейчас уже на самолете катаюсь. Понимаю. Катается он на самолете. Артиллерия. Ладно. И артиллерия им тут бахнул хорошенько. А теперь сейчас только узнать, что ты видишь. А, о! Ракет не взял. Зараза, ты 26-й непробиваемый какой-то. Ой-ой-ой-ой. Это что за М14? Граната перфоранта. Фига, он камуфлированный. Что, так можно было? Искусствовед. Обалдеть. Такой закамуфлированный ездит. Ты бы видел. ЗИС, ё-мо, я видел ЗИС сейчас. ЗИС-30, ема, вот это пушечка. Жесть. Так, вот у тебя где-то по левому флангу и был тут закамуфлированный. Компадро. Этого полупокера слышал бомбу, да, как веселый звук. Мне кажется, он там где-то заснул. Тебя вот справа закамуфлированный этот, слышь, что выезжаешь прям зад ему, а он тебя смотрит. Неудача. Блин, о, Алекс, ты меня подставил, а это он меня подбежал. Ну так я что, вижу, что ли, у него камуфляж,
Я думал, это зад. А у него зада нет камуфляжа. Логично, логично. Чё ты, кому ты веришь? Тебе верил. А нельзя. А нельзя было, видишь. В данной ситуации. Да вы что, серьезно, слить такую пушечную катку? Я там так пушил, соло, вообще бесполезно. Ой, слабаки, да, понятно. Я даже не стрельну. Слабый, слабый. Да, да. Тем временем Алекс, которого выкинули по итогу из игры. Иди отсюда. Уничтожили. Но самое главное, что я исследовал вроде, все нормально. Кого? У меня новая САУ. Да ты офигел. Выбрать экипаж. Все покупается. Все прекрасненько. Пора исследовать, я думаю. Че, с автоем? Еще САУ исследовать я пока не буду. Начну пока с моего любимого. У меня до ЗСУ осталось 1200, кстати. Я сегодня начал исследовать. А, 4000 опыта. Фига себе. Хорош. Че, бонусов больше нет. Поехали, страдай. Крайний бой. Эй. Слишком много у меня САУ. Давай, я готов. А ты за 50 тысяч нанимал экипаж? Сейчас попробуем. Нет, у меня нет столько денег пока. А кого ты продал? СТРВ-31 или 38? Самый 38 скорее. Который быстрый? Да. Понятно. Вот так вот. У меня есть, короче, два САУ, как ты понял. 40-й литр и 42. Давай попробуем за новый танк. Че? Я хочу посмотреть, как он. Ты еще кого-то раз этого? Вот, смотри, новые САУ. А, но САУ у меня уже есть. Смотри, какие у него два колеса сзади. Это даже не колеса, а как эти шняги называются, гусеницы. Ведущие. Они еще все покрашены, ё-моё. Закамуфлированы. Камуфлеры. Ну вот у меня сейчас так пишут, что он немного бронированнее стал. Да, он прям явно бронированнее. Если ты показываешь чисто вверх, тебя могут вообще не пробивать, пипец, как долго. Я очень долго держался в прошлом бою. Чисто верхушку не показал и все. Потом пришел немец, конечно, и все-таки меня как-то убил. Но я держался. Так, пока будем тяжелый снаряд. Не, давай легкий, пока легкий танк. Муж захват. Я уже на САУ захватываю точку о чем-то. Опа. Вообще сложности не чувствую. Третий танк хочет обидеть, да? Плюс точку у нас. А, два встретим. Едем к вам. Да ё-про-то-то. Ё-моё, меня уничтожили. Нас слабый. А они, им главное пофигу, я такой думаю, что у меня стреляет. Понятно, слабаки. А без нас не можете. Только вот сейчас уничтожают эту слабое звено, которое пытался нас продавить. Ай, го-хо, сейчас уничтожу-ка. На него все выйду. Не, ну вообще тут экипаж можно уничтожить, если постараться в голову целиться. В голову? Может, башню? Нет. Тут голову торчат. Прощай, полукопер. Ай, БТ. Вы же, зараза. Так, я тут немножко слишком наглею. Я уже готов дефать точку, если что. Ой, 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 что-то я слишком наглый. Готов дефать точку. Блин, а что меня будет окружать, или что? Так, ребята, мне нужна помощь. Все нормально, беда. Ля, меня прям воротину сломали. А, я открыт. Все. Короче, я прятался за воротиной, которая ломается просто вот с одного выстрела, с одного. Ух, ля, у них там кто-то задрифтил. Все, я взял ультрабыстрый танк, сейчас я приеду. Готовься. Это САУ.
Че у них за прикол? Подожди, у них на легком танке стоит фугасница. А САУ едет по 60 километров. Это что за... Неадекватная шняга, я не понял. У нас на легком танке фугасница больше, чем на этой САУ, я думаю. Жесть. Я так понимаю, она вообще никого не пробивает, да? Это фугасница на нем. Или как? Да. Что, у тебя еще одна САУ есть? У меня, ну, две САУ, да. Первую и вторую, ты че? Конечно. Я лечу по 60 километров уже у вас. Главное, чтобы меня не занесло на виражах. Оп, оп. Я уже здесь. Че, может, просто влетаем на этих САУ в них и все? Как тебе план? Слышь, че? Я уже тут пошли стою. Пушить, там уже наши все вот там. Ой, блин, это САУ убегает. А, стоп, как он там не попадает? Че это за зеленая фигня около меня упала? Я за БТ-7 поехал. А, нет, лучше нафиг. На базе еще ПЗшка стоит. ПЗшка не спасла. Я ему крутулю выдал. Ну, перезарядка на это очень долго. Ладно, БТ-42, давай. Пора показать покер нашу боевую силу. Так, ПЗшка. Пойдем. Попадание, да ёпрасы-то. Надо ему куда-то... Камера ломается, что-то. Вот, техник уничтожен. Экипаж, так понимаю, вывел из строя. Че у вас тут с БТ-шкой проблемы? Сейчас я назад заеду. Бабочки. Где он тут? БТ-шка ваша. О, БТ, привет. Как дела? Как жизнь? Молодая. Кого тебе тут еще добить надо? Попадание. Ля, он горит, вот тут огненный гонщик. Зараза, он сейчас уничтожит. Паразит. Ну я, конечно. А, мы победили. Он взорвался. Победили, да. Маме с команде 8, ничего не знаю. Что ж, друзья, на этом данный видеоролик пошел к концу. Надеюсь, вам понравилось. Всем, блин, с Бонкен Кен, это был Вартандер. Всем удачи, всем пока. Пока-пока. Мститель. Я мститель.